В Тюмени в сквере Машарова торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести» в память о героическом прошлом тюменцев. Над обновленным пространством трудились краеведы, историки и работники культуры. В оформлении монументов использовали подлинные фотографии, документы и фрагменты газет времен Великой Отечественной войны. Будьте достойны! Из Тюмени на фронт шли торпедные катера, минометы, аккумуляторы, мотоциклы, электрооборудование для танков и много боеприпасов. В Тюмени были развернуты госпитали. За годы войны наши врачи, санитары выходили и вылечили больше 70 тысяч раненых бойцов. Диплом капитана. В мероприятии участвовали жители города, представители органов власти, ветераны и общественники. Они заложили в основание стеллы капсулу времени для потомков, после чего возложили венки и цветы к мемориалу. Тюменцы активно поддержали инициативу общественных организаций, ветеранских организаций. И около 170 тысяч наших с вами земляков сказали, что это нужно. Это нужно для сохранения исторической памяти. И это историческое событие произошло. Это чувство исторической памяти, сопричастности, оно, конечно, переполняет каждого из нас. Это навсегда останется в нашем сердце. И дай Бог, чтобы в 2045 году нам удалось еще побывать здесь же и открыть ту капсулу, которая была заложена сегодня.